Ребята, всем привет, с вами... Ой, извини, что шмыгаю, так, немножечко это... Холодно на улице было, вот только что пришел домой. Такое вот внеплановое видео для моей рубрики «Самодел». Это первое видео, которое в этой рубрике, но оно получается такое внеплановое. Вообще, как бы неожиданно посылка эта мне пришла. Я вообще хотел проверить на почте, что там очень хрупкая вещь находится, сейчас расскажу о ней. Хотел вскрыть на почте и там удостовериться, что в порядке. Ну, вроде бы так пощупал, вроде ничего. Потому что я хотел показать именно вам на своем канале для своей новой рубрики. Вот. Вообще не ожидал, что все так происходит сумбурно. И вообще вот это видео не должно было быть первым в рубрике «Самодел». Должно быть другое видеопроект, которое уже у меня давно смонтировано. Весит где-то гигов 20. Это, короче, большой проект «Педалборд». Вот, кстати, вот в тизер-трейлере. Можете вот тут вот, в описании там будет ссылка на тизер. Можете посмотреть, это вот как раз кадры из того проекта, который уже давно смонтирован и лежит, просто не доходит дело. Ну как, он не до конца смонтирован, там нужно еще сделать добавочные видео, где я тестирую этот педалборд, о котором потом будет видео. А пока вот, сейчас я не буду все раскрывать. Точнее, я не буду раскрывать секрет второго проекта. Это будет прикольный проект, который я уже делал один раз, но я еще тогда не был пользователем YouTube, я делал этот проект. Он мне получился неудачным, я хочу его повторить снова, и в этот раз я отнесусь к нему более серьезно, буду кропотливо изучать все детали, конструировать, в общем, все будет пучком у нас. Вообще, как бы у меня подписчики сейчас очень реагируют, так, очень сильно реагирует на контент, который я выкладываю. Я вот залил на свой канал концерт Басты из Анапы 17 августа он приезжал. Ну, вот как-то вот подписчики не очень хорошо восприняли вот этот контент. Ну, ребят, я обещал еще в своем анонсе из Анапы, что я выложу концерт Басты. Так вот, в общем, вот я его выложу. Просто, если кому-то будет интересно, тот посмотрит. Если не хотите, не смотрите, это ваше право. А теперь давайте перейдем к распаковочке. К распаковочке по ссылке. Так, вот это я не буду светить. Там мой адрес. Я считаю, что нет смысла показывать. Давайте вскрывать. Почта России пришла. Заказывал при помощи человека одного. Человек. Позвонили человеку, который продавал эту вещь. Потом другой человек у этого человека забрал. И второй человек ее мне отправил. Вот так вот. Из Москвы посылочка. Так, смотрим. Вот в такую у нас бумагу упакована. Бумага, которую как цветы упаковывают в цветочном магазине. Так, вот это мы с вами... Мне кажется, можно только один край. Да. Можно только один край. И вот, ребят, тут вот такая вот штука. Ни за что, наверное, не догадаетесь, что это. Давайте я буду скрывать. Не буду даже видео перематывать. Смысла в этом нет. А может быть, перемотаю, а может быть, нет. Не знаю. Сейчас, если быстро все распакую. Очень хороший вот это вот упаковочный. Хорошо человек упаковал. 5 баллов ему. Так, давайте дальше. Хорошая упаковка, отличная просто. Скотч, не хочу просто повредить вот эту вот штуку, она мне потом бы очень пригодилась. Нет, все-таки потом перемотаю, ребят, видео. Перемотаю, все, поехали. Так, все. Мы управились с нашей упаковочкой. Давайте перейдем к самой распаковке. Так, ну все, давайте распаковывать. Так, вот тут я не до отрывал. Хоба, ножичком. По зверски, аккуратненько. Пригодится мне еще эта упаковочная. Ну и... Воу, крутышка. Это, ребят, гитарный гриф. Гриф от электрогитары. Как вы, наверное, догадались, буду делать электруху. И гриф я заказал
Точнее, купил не случайно, потому что гриф мне доводилось сделать для электрогитары. Он мне вышел неудачным. Он мне вышел очень неудачным. И я решил отказаться от той идеи, что я гриф буду делать сам. Намного будет проще сделать деку и спаять электронику. А гриф у нас уже ровный. То есть нам остается сделать только корпус свой абсолютно. Не по чертежам, а вообще корпус, который как бы... которого не существует, то есть свой абсолютно фирменный корпус, и уже там электронику, цвет там покрасить, там всяко лакировать, там еще много фишек всяких, но это буду я походу придумывать, это будет новый, ребят, проект. Проект в рубрике «Самодел». Ну, мне, конечно, перед этим я залью видео, где я делал самодельный педалборд. Для тех, кто не знает, что такое педалборд, наберите «педалборд» в Яндексе или в Гугле. Ну, в общем, в поисковике ведете и посмотрите, кто не знает. Так. Вот такой вот гриф. Гриф от китайской электрогитары. Неплохой, кстати, гриф. Немножко покоцался, но это косячки такие, знаете, незначительные. Вообще, косяки портят гитару. Не косяки, а всякие вот такие вот царапины боевые. Так, вот такой, значит, гриф. Флайт. Не знаю, какой он, из чего он. Из клёна или из чего. Так, фурнитура хром. Немножко развинченные колки. Ну, это поправимо, это можно закрутить. В принципе, тут никакой проблемы нет. В общем, вот такой вот гриф. Палисандровая накладка, значит... на четырех болтах. Вот такой гриф. Очень удобный. В руках лежит отлично. Так, сколько ладов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать, один, двадцать два. 22 лада. Так, у нас тут есть... так, анкер тут у нас под крышечкой. Надо, кстати, тоже его проверить. Зажимы для струн. Так, общее состояние отличное, фреска головы, ой, вот тут вообще хрен знает, походу он без фрески вообще, да, без фрезы головы он ровный, как у стратокастера, не знаю, как правильно произносить, до сих пор не знаю, сколько играю на гитаре, до сих пор не знаю, как правильно произносить, без фрезы головы. Так, вот мне еще. Так, вот тут анкерная эта херня немножечко торчит. Давайте я возьму отвертку, открутим, посмотрим. Так. А, отверточка. Так, это, наверное, большая не понадобится. Вот. О! Так, ща будем откручивать, ребят. Опа! Так, ну вот тут аккуратненько все выфрезеровано. Так, смотрим. Что там у нас с анкерным стержнем? Так, что-то там забито у него. Что-то там забито. Ну я очень надеюсь, что анкер не косячный. Я очень на это надеюсь, потому что если он будет косячный, то будет очень плохо. Так, вот такая пластиковая херня. Она неровна почему-то. Может быть, конечно, так надо. Но мне напрягает тот факт, что она не полностью прилегает к грифу. Вот это, конечно, меня огорчает очень сильно. Но это мелочь. Это абсолютно мелочь. Важное в грифе что? Правильно. Главное, чтобы можно было... регулировать анкер и чтобы гриф был не косячный, не сухонький, нормальный, то есть чтобы, в общем, что я рассказываю, гитаристы меня поймут. Вот это вот мы надпись будем стирать, вот это вот флайт будем стирать, будем красить, наверное, все-таки гриф вот в этом месте, тут прокрашивать будем место, вот это вот верхушечку, а может и не буду красить, а может буду, а там будет видно. Ну, в общем, вот такой, ребят, гриф. Заказывайте, ребят, вот, хотите сделать электруху, и
вам гриф будет с нуля сделать абсолютно нереально, без каких-то навыков, знаний. Это абсолютно нереально. Поэтому вот и либо там с eBay, где вы там заказываете, либо вообще на Авито. Авито — это рашка. Это наша страна Россия. В ней продают люди на этой торговой площадке со всей России. И там можно, в принципе, найти сразу гриф. Тут люди там запчасти всякие, кучу разных. Даже гитару по частям, как конструктор, продают. Созвониться, если вы живете в другом городе, допустим. Ну, может, вам повезет, может, в вашем городе будут продавать части от гитар. Ну, вообще, просто берете, договариваетесь, и там договариваетесь с человеком, вот как я. И все, и заказывайте себе вещь. Я думаю, что это стоит того, там... Тем более, можно купить его в пределах 1000 рублей. Вполне классный гриф. Вот этот, вот, не знаю, меньше 1000 по-любому стоит. Я уже не помню, сколько я договаривался, сколько мы покупали. Ну, вот меньше 1000 точно. Так что вот такой вот, вот такой отличный гриф. Будет очень хорошо сочетаться с любым деревом, я считаю. Можно даже и корпус из ДСП сделаю. Кстати, вот насчет вот второй гитары, на первой гитары моей. Сейчас вам покажу. Вот это жесть. Вот это моя электрогитара, полностью самодельная. На ней невозможно играть. Как видите, с тремолой, с винтажем тремола. Все тут висит, все наклею. Ну, это мой первый опыт. Было прикольно, если честно, делать. Гриф, сами видите, без комментариев. Сделан из лиственницы. Накладка из дуба. Ну, полный трэш, ребят. Конечно, можно попробовать вставить гриф вот этот. Кстати, это мысль, ребят. Попробую вставить вот этот гриф на место моей электрухи. И попробовать что-нибудь сыграть. Не знаю, что из этого выйдет, конечно. Но я попробую, ребят. Вот такая, значит... Вот такой гриф ко мне пришел, ребят. Это новая рубрика... Представляю вам новую рубрику «Самодел», ребята. И кому интересно, смотрите. Я буду очень рад, если вы будете оценивать мои видео. Ждите обзора... ждите видео с проектом «Педалборд из дипломата». Или «Педалборд в дипломате». Я не знаю, как назвать. Думаю сейчас вот над названием усердно. Ну и параллельно с учебой, конечно. Учеба, конечно, сейчас... Сейчас надо больше времени уделять учебе. Я занимаюсь этой херней, но я все-таки хочу вот привлекать своих зрителей, чтобы хотя бы можно было разбавлять контент своего канала какой-то новой интересной рубрикой, новым интересным видео. Кому понравилось видео, ставьте большой палец вверх. Те, кому не понравилась эта херня, ставьте палец вниз. Комментируйте это видео и, конечно же, подписывайтесь на мой канал Лев97 Channel. А пока, ребят, всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Ждите новых обзоров и новых рубрик. Всем пока!